Всем привет! В комментариях и на стримах я вижу вопросы, зачем переходить на корейский PUBG. Поэтому в этом ролике я покажу, что я имею на своем аккаунте за 2,5 года игры на корейском PUBG и чем в целом отличается корейский PUBG от глобального. Перед началом видео хочу прорекламировать свой магазин UC для корейского PUBG. Я доначу по низким ценам, главное, чтобы была привязка к аккаунту Facebook или Twitter. Цены и куда писать по поводу доната найдете в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Итак, на экране вы видите мой профиль. У меня 5195 очков достижений. В целом я сейчас все покажу под музыку, на каких-то интересных моментах буду останавливаться. Сейчас мы перейдем к инвентарю. Донатил я на аккаунт только на РП и на какие-то редкие пропуски по типу Spy Family. Вот, например, мифики. Не считая РПшных, я большинство мификов получил бесплатно с кейсов. Они мне просто выпали. На глобальном PUBG, сколько бы кейсов я не открывал бесплатных, ну, мне никогда выше легендарки ничего не падало. И то легендарка это была большая редкость. Еще у меня есть вот такая прокачиваемая минька. Она мне выпала абсолютно бесплатно, и еще к ней выпали материалы, тоже бесплатно. Сейчас у меня 3 материала в инвентаре. И при желании я могу спокойно ее прокачать. Еще у меня есть вот такие скины на транспорт. Чем же отличается корейский PUBG от глобального? Первое отличие в кейсах. В кейсах на корейском PUBG другие скины и шанс на эти скины выше. Опять же, вам может спокойно выпасть мифик или прокачиваемая пушка с бесплатного кейса. Второе отличие — это обменник серебра. Вы только посмотрите, насколько здесь крутые вещи просто абсолютно бесплатно за серебро. Если вы думаете, что вы не сможете играть на корейском PUBG со своими друзьями, которые играют на глобальном PUBG, это не так. Сервера связаны, и вы можете без проблем играть с ними. Как скачать корейский PUBG, я рассказывал в прошлом видео. Ссылку на него оставлю в описании. Для тех, кто хочет не только лутать халявные скины с корейского PUBG, но и донатить на РП или донатные рулетки, то напомню о своем магазине UC. Цены и куда писать найдете в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Вот такое короткое видео для того, чтобы к корейскому PUBG не осталось никаких вопросов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Приходите на стримы, они проходят регулярно. Всех жду. Всем пока.